Двухметровая мраморная книга, которая рассказывает историю пограничных войск. В Старом Осколе к столетию образования погранвойск открыли памятник пограничникам всех поколений. 10 лет назад там же, в парке воинской славы, был открыт первый в Белгородской области памятный знак «Пограничный столб». Самая закрытая финансовая структура отделения Центрального банка России в Белгороде провела день открытых дверей. Зачем это было нужно организаторам, многочисленным посетителям и нашему корреспонденту? И как выглядит миллион, которым нельзя расплатиться? За ними едут со всей округи. В двулучном Валуйского района прошел брендовый праздник. Как правильно связать веник? Как выбрать правильный веник? И как простой веник помог подняться селу в послевоенные годы?